наша территория, она сегодня очень многим интересна. Самое главное, что может быть интересно и Китаю, и Японии, и Соединенным Штатам Америки. И самое интересное, об этом никто не говорит. А я понимаю, что интересы могут быть, свои национальные интересы превыше всего. Они могут договориться. Поэтому мы уделяем очень много внимания на то, чтобы обеспечить безопасность. Они это понимают, нас упрекают и всему миру показывают нас как милитаристов. А мы только сегодня, на данный момент, только перевооружаемся. Делаем то, что должны были сделать 40, по отдельным позициям, 30, где-то 25 лет назад. Но мы не сделали, у нас не было возможности. Сегодня такая возможность появилась. И могу с полной уверенностью сказать, что сегодня вооруженные силы наши, которые спутают еще много всяких проблем, успешно обеспечат безопасность нашей страны.